Всем привет, ребята! Меня зовут Стелла, и вы на моем канале. Я вообще не планировала снимать это видео. Я сейчас не планировала вот просто так садиться и разговаривать с вами. Да, это случилось. На моем канале нет еще ни одного видео, где бы я с вами разговаривала, рассказывала бы, что в моей жизни происходит, что я вообще делаю, как все идет. Но! Сегодня я решила просто так сесть и поговорить с вами, да. Я бы вам хотела немножечко рассказать о том, что я буду делать летом, как будет проходить моя жизнь, мои планы на лето, и хотела бы немножечко обсудить вообще мой канал, что сейчас будет там вообще сниматься, что я планирую делать и что я приобрела. Давайте же начнем с канала. Итак, как вы поняли, кто вообще подписан на мой инстаграм, хотя я уверена на 100%, что почти ни один подписчик с моего канала не подписан на мой инстаграм. Так что внизу будет ссылочка, там подписывайтесь, ставьте лайки, я вас там всех жду. Так вот, я приобрела новое оборудование и новую программу для монтажа видео. Программа для монтажа видео — это Sony Vegas Pro 13, русская версия. И еще я приобрела две новые камеры. Первая — это Canon 600D, я вам ее сейчас покажу. Вот и моя камера, тут у нее есть такой вот экранчик. Ну, я думаю, это логично. Такая, она гораздо больше, как я вам сказала, она для увеличения, то есть можно стоять там очень далеко от объекта, и на камере ее увеличивать, и будет очень хорошее качество. Дальше это у нас камера GoPro Hero 5 Black. Вот она. Она сейчас у меня в защитном чехле. С этим чехлом можно нырять, все такое. В принципе, она больше для путешествия, но на нее я тоже буду снимать видео, потому что у Canon пока что достаточно мало памяти, я не могу снимать длинные ролики. Вот. Но она, в принципе, как для путешествий, для обычных видео предназначена. Помните, у меня уже давно, как 2 года, есть вот такая вот спортивная камера. Она тоже как для путешествий, для подводных видео, и ею очень-очень даже хорошо снимать. И следующее, что я вам хотела сказать, это новая профессиональная программа для монтажа видео Sony Vegas Pro 13. Извините, что я иногда смотрю не в объектив, просто я вообще под мониторчик маленький смотрю, как это вообще все выглядит нормально там в кадре. Я вообще попадаю, не убежала ли я куда-то. Вот она. Показывать, я думаю, я вам ее не буду, потому что, я думаю, все знают эту программу. Мне ее установили недавно, и вот сейчас я уже 2 ролика. Это мои подписчики управляют моим днем. И видео мое утро. Вот, кстати, если я думаю, вы смотрите это видео, то я думаю, то, что мое утро уже должно быть на канале. Хотя фиг его знает, потому что видео мое утро было так тяжело монтировать, что, возможно, это видео, где просто сделать вырезки, и где просто там, может быть, какие-то смайлики и музыку на фоне поставить, смонтировать гораздо легче, чем мое утро. Но посмотрим. Скоро мне папа также установит профессиональную программу для фотошопа, потому что мы выбираем конфеты по обертке, также и с видео. Если у меня будут плохие картинки для видео, то никто их смотреть не будет, потому что раньше я помню, как я снимала на телефон, монтировала на телефоне, делала картинки для видео на телефоне. Я вообще не понимаю, как эти 380 человек, которые на меня подписаны, вообще смотрят мои видео. Я, конечно, не говорю, что я сейчас супер-пупер шикарно снимаю видео, но, по крайней мере, я буду стараться это делать лучше, лучше и лучше, и как-то практиковаться в монтаже, в оборудовании, чтобы вам, моим любимым зрителям, было приятно смотреть мои видео. Вот. Очень часто буду в видео одевать вот эти вот очень-очень милые ушки, потому что я их совсем недавно купила в магазине. Я уже, если честно, забыла в каком. Благодаря вам, да-да, кто подписан на мой инстаграм, когда я снимала видео «Подписчики управляют моим днем», я вас спросила, какие мне ушки купить, пушистые или вот такие вот миленькие с цветочками. И вы все выбрали цветочком. Большинство, скажем так. Вот поэтому теперь я снимать буду видео именно в них. Может быть, еще в этих, которые сейчас находятся на моем любимом мишке, которого мне подарила моя подруга Ксюша. Ксюша, если смотришь это видео, привет. Ну и вторая тема, насчет которой я хотела с вами поговорить, это как я буду проводить свое лето, как я вообще закончила школу. И, если честно, школу я закончила достаточно хорошо. По крайней мере, это был мой самый лучший табель за последние 4 года, наверное, даже, может, 3 года. У меня достаточно, лично для меня там были достаточно хорошие оценки, там 8,
9 и 10. Вот такие вот там оценки были, не считая истории, где у меня пятерочка стоит. Но ничего, в следующем году исправим, я надеюсь. И я на самом деле очень рада, что школа закончилась, потому что уже хочется отдохнуть от этого. Хочется немножечко лета, солнышко, купание и всего этого. Я, кстати, в это воскресенье уже уезжаю к бабушке, и там это будет такая вообще деревня в хорошем смысле, потому что, знаете, весь год сидишь у мониторов в школе, все это современно, все есть центры, городское, все это. А потом раз в год просто берешь и уезжаешь к бабушке, где нет даже, по-моему, интернета нормального. Маленькая квартирка, дача, все так по-домашнему и по-деревенскому. Я не знаю, лично мне, я всегда очень люблю ездить в такие места, потому что в таких местах ты можешь почувствовать природу, можешь отвлечься от всего, что тебя окружало весь этот год. Я не знаю, пишите в комментариях, я одна такая или что со мной? У бабушки я сейчас буду находиться 3 недели, то есть сегодня какое число? Сегодня, по-моему, 14 или 15. Где мой телефон? Сегодня 15, я почти угадала. Вот. Вы, наверное, не видите, потому что там нет фокусов. Я уезжаю послезавтра, это будет, значит, 17 воскресенье, и приезжаю обратно я 8. Это будет примерно 3 недели, да, по-моему, это 3 недели. Вот, и после этого у нас будет немножечко тренировок перед лагерями, потом я уезжаю на 2 недели, 14 дней в лагерь, в Алмеру. И на второй неделе ко мне приезжает моя лучшая подруга Анжелина. Йоу-йоу, Анжелина, если ты смотришь это видео, то я и тебе передаю привет. И вот ко мне она приезжает не просто в гости, она будет со мной жить, и она тоже будет тренироваться. На самом деле, я думаю, она бы хотела приехать на первую неделю, но просто понимаете, первую неделю она будет в Пекине, она занимается профессионально танцами, у них там будет выступление, вот. И после лагеря у меня опять же начнутся тренировки, там у меня будут какие-то ночевки, прогулки, кому-то кто-то будет в гости ездить, я буду обязательно снимать видео, я буду вообще очень стараться для вас снимать видео, потому что у меня сейчас много оборудования, много возможностей, мне кажется, я бы очень хорошо могла продвинуть свой канал. Если честно, то вот в этой программе монтировать достаточно сложно, поэтому мне еще нужно время, потому что вчера ночью я 4 часа подряд монтировала видео и так устала, и я, знаете что, я просто сделала склейки, добавила цветокоррекцию и просто вырезала ненужное, мне еще добавить там смайлики, сделать текст, который я буду говорить на фоне, записать его, поставить музыку. Короче, все очень геморно. Ладно, ребята, как я уже говорила в начале видео, пока что накануне у меня очень мало памяти, там только 4 гигабайта, и больше я снимать видео уже не могу, поэтому я вам хочу сказать огромное спасибо, что вы зашли, посмотрели это видео, и надеюсь, что вы подписались, поставили пальчики вверх. Я всех очень-очень сильно люблю. Целую, обнимаю, пока!